Соболезнования родственникам погибших во время последних событий выразил президент Виктор Янукович. Цитирую президента. «Сегодня нет своих и чужих в этом противостоянии. Все люди – это наш украинский народ. И неважно, как те или другие относятся к власти или к оппозиции, они все для нас одинаково важны и одинаково близки». Конец цитаты.